Приветствую вас, дорогие мои друзья. Сегодня мы будем смотреть, с чем человек хотел бы проявиться. То есть ситуация для общего расклада подразумевает такой момент, что люди либо не общаются, либо общаются как бы вяло, как-то не очень хорошо, либо расстались, либо на паузе. Так вот, вот что-то похожее, если резонирует, а значит, ваша ситуация. Если не резонирует, значит, не ваш расклад. Можно смело листать дальше. Итак, а с чем хотел бы? Я, почувствуйте разницу, говорю не проявиться, а хотел бы. С чем хотел бы проявиться? Что хотел бы вам принести, дать? Смотрим на котиков, вот на таких, на замечательных. С чем хотел бы человек проявиться? Так, что у нас за человек? Давайте сначала сигнификацию посмотрим. Ох, 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 как ему плохо, смотрите, стоит такой, галушка забинтована, как там песня там, шел отряд по берегу, шел издалека, весь раненый, весь уже такой на страстях, возможно, тут огненная стихия, человек просматривается, человек, которому трудно, вот какую колода дала сигнификат. Человек, который хочет мира, человек, который хочет что-то изменить и выйти на какой-то другой уровень. Понятно, ну так а с чем? Ну, одно дело хотеть, а другое дело, как это делать, согласитесь? Так с чем хотел бы проявиться? Что ты хочешь девочке сказать, которая сейчас смотрит? Ха, а проявляться я буду с выяснялом. Вот с таким вот мечом, вот на таком вот коне. Как я сяду, сяду, как поскочу, поскочу, да. Я приеду и скажу, дорогая, если бы не ты, мы были бы идеальной парой. Тут всего скорее речь об этом. То есть приехать хочет, объясниться хочет, но есть желание объясняться, так скажем, резко. Резко. Не в плане люблю, а не в плане умираю без тебя не могу, а в плане, а давай-ка ты посмотришь на себя со стороны. Понимаете? Тут такая позиция жертвы, человека немножко неосознанного, но вот понимаете, вот эта вот душевная боль, она его погонит в дорогу. То есть человек приедет, человек конкретно приедет с выяснениями отношений. Пребывайте в других, да, будет что, смотрите-ка, и сразу же рыцарь пентаклей. То есть будет что-то предлагать. Будет что-то предлагать, возможно, надо идти сначала что-то выяснять, а потом что-то предлагать, как сделать какое-то ценное предложение по теме, ну вот, может быть, и правда у нас неплохая пара могла бы получиться, да? Смотрите-ка, по десятке чаш разговор о семье, то есть вы либо супруги, либо шли к супружеству, да, либо кто-то из вас друг на друга сделал ставку, и тут возможно, что очень-очень-очень возможно, видите, два котика, они смотрят друг на друга, влюбляются друг в друга, а у них тут детеночки, котяточки такие прыгают, да, то есть человек хочет через эти отношения наполняться, хочет эти отношения наполнять, смотрите, как его колбасит, да, сначала прибегу, все расставлю, всех расставлю по углам, да, всех построю, а потом буду говорить, чего я хочу, и буду говорить, по всей вероятности, ну, такое дело. Но опять-таки с таким уклоном немножко в свою сторону, одеяло все равно на себя потянет. Но с тем, что, ну, нам надо быть вместе, мы с тобой почти семья, да, либо уже семья. Вот такой вот интересно, да. И потом только пойдут признания в любви. То есть сначала будет человек взывать к вашей какой-то ответственности за эти отношения, да, снимая ее с себя тем самым, делать какие-то конструктивные предложения, чтобы потом можно было сказать, ну я же говорил, я же тебе предлагал, что же ты тогда не отреагировал, да. И тут вот уже разговор о любви. Потом, когда вы вроде как примете, да, он вроде как уже и будет признаваться в любви, говорить, как ему было плохо, как он страдал. Но тут молодой человек может проигрываться помоложе, как правило, вот по этой карте идет. Он переоценивает свои возможности, он не до конца осознал, а какие-то проблемы, а что за проблемы были. А вы ругались на эмоциях, вы оба не выдержаны, не имеете терпения относительно желаний друг друга, то есть постоянно бежите впереди паровоза каждый, каждому вам по паровозу, да. Ну, да. И он считает, что он такой, знаете, некий Гарри Поттер, такой маг всемогущий, который сможет и разрушить, сможет и восстановить. Вообще манипулятор.
манипулянт, как правильно, манипулянт, манипулятор. А это человек, вот уже мы уже это все видели, просто идет подтверждение такое, что у него идет какая-то внутренняя игра. Да, ему тяжело, да, он хочет мира, но он хочет продолжать вами манипулировать. Он хочет с этим к вам проявиться, и он проявится. А любовь, ну, вы знаете, с одной стороны, для него эти отношения очень значимы по карте туз чаш. С другой стороны, вы знаете, это все-таки, получив этот расклад, вы уже будете готовы, да? И это прекрасное начало для ваших отношений, именно эмоциональных. Страсти тут, смотрите, солнце, поэтому вы подготовьтесь к тому, что он, вы наверняка это проходили уже не один раз, к тому, что он вам может предъявить какие-то претензии, потом тут же завалит вас какими-то предложениями, а давай так, то есть даже, возможно, не даст вам рта открыть, вот опять-таки на эмоциональности. Вы тут на своей эмоциональности можете типа ура, прискакал, все, я все прощаю, все, я его люблю, вот, и он будет доволен, он получит свое. Нет, вы приготовьте свой пакет документов, так сказать, который надо будет ему тоже предъявить. И на эмоциях он точно так же с ними согласится. Смотрите, на дне колоды, значит, у нас как подсказка идет карта Иерофант, разговор о мудрости. Мудрейте, взрослейте через эти отношения, и пусть у вас все будет хорошо.